Ходи. Четвертый день отдыха на Гудаури. Мы не только физически отдыхаем, мы и интеллектуально отдыхаем. Сейчас Максим думает на сложной комбинации, которую я ему устроил. Ну что ты скажешь, Макс? Ты проиграл. Что? Ты проиграл. Я думаю, на Гудаури нету проигравших. Я однозначно победитель. Эй, привет передай. Полтавы. Харькову тоже, в принципе. Украина, привет. Майдан, держитесь, мы скоро приедем. Немножко отдохнем, наберемся сил и Вите покажем, кто прав, кто нет. Ждите следующих прямых включений. С Гудаури. Goodbye.